Папа Франциск встретится с жертвами священников-педофилов в ходе его 6-дневного визита в Ирландию. Встреча пройдет без камер и микрофонов. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Ватикана. На следующий день после публикации «Святым престолом» послание понтифика, в котором тот призывает разоблачать священников-педофилов и не допускать укрывательства их преступлений. Франциск просит прощения от имени Римско-католической церкви с призывом к Святому Духу не спаслать верующим благодать, чтобы те могли покаяться и мужественно противостоять преступлениям и жестокому обращению, глава Римско-католической церкви призвал и в Твиттере. Пойти на этот шаг папу Франциско побудила публикация на прошлой неделе 800-страничного доклада Большой коллегии присяжных американского штата Пенсильвания. В нем приводится доказательство тысячи случаев насилия в отношении 300 детей за последние 70 лет. Франциск заверил, что порочная практика осталась в прошлом, но призвал не забывать о причиненном зле, чтобы подобное больше не повторилось.